Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия и я Вика. Сегодня вяжем очередные тапочки слитки. Вот такие вот нитки у меня двух цветов. Состав 75% акрил, 25% шерсть. Но это не обязательно, вы смотрите на свое усмотрение. Главное, метраж в 100 граммах 180 метров. Так, спицы у меня 3,5 миллиметра. И начинаю я светлой нитью, набираю 53 петли. Вот, 53 петли я набрала, как обычно делаю в конце узелок. И далее вяжу ровное полотно лицевыми петлями. Вот, до конца ряда все вяжу вверх лицевыми петлями. Так, вот смотрите, провязала я вверх 5 сантиметров, ровно 5 сантиметров. Теперь будем делать сокращение. В начале ряда закрываем 17 петель. Вот такой вот кусочек мы закрыли. Теперь далее до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Так, провязали. Теперь поворачиваем работу и в начале ряда снова закрываем 17 петель. Отрезки мы закрыли по бокам, теперь довязываем до конца ряда и будем менять нить. Далее продолжаем наше вязание, вот только вот эти центральные 19 петель. То есть в работе у нас как бы все вязание поделено на три части по 17 петель, плюс 2 кромочные. Здесь они были и сюда они перешли, эти 2 кромочные. То есть сейчас у нас на спицах 19 петель, мы привязываем нить другого цвета. И вяжем далее центральную часть платочной вязкой, то есть лицевыми петлями. Вот смотрите, девчонки, провязала я 19 сантиметров, если вам видно, 19. Теперь определяю размер. Вот видите, размер определяем, то есть вот эту длину определяем по длине нашей стопы. У меня 24 сантиметра, я отняла от длины стопы 5 сантиметров, то есть здесь у меня 19 сантиметров. То есть если я вот так вот естественное натяжение натяну, чтобы оно ножку обволакивала, то этого мне достаточно. То есть вы измерите длину вашей стопы, отнимите от этого числа 5 сантиметров, и это будет ваш размер, ваша величина вот этой детали. Теперь я снова меняю нить на светлую и продолжаю вязание вот этого вот сектора, ровное вязание продолжаю и вяжу далее этой светлой нитью. Третью часть, третий сектор нашего вязания мы будем определять уже таким вот образом. Определяем, сколько нам нужно вязать. Вот если мы складываем вот так вот впритык верхнюю часть, видите, нижнюю часть, вот так вот от сгибов, вот, значит, хватит. То есть отсюда, чтобы было в стык верхняя часть, чтобы хватало. Теперь все петли закрываем. Закрываем очень свободно, потому что здесь нам нужен эластичный край. Теперь я оставляю немного длиннее нитку для сшивания. Видите, вот этот край у нас хорошо тянется. Вот для этого, потому что это место у нас как раз находится на подъеме на ступне. И поэтому у каждого подъем разная высота подъема. Поэтому мы делаем этот край эластичный. Теперь я затягиваю эти нитки. Здесь точно так же. Такая вот деталь у нас получилась. Видите? Буква Т. Далее у нас сборка. Первым делом мы продеваем вот эту нить, которую мы оставили в иглу. Складываем вот эти вот части.
В принципе, вот так вот. И эту часть прикладываем к ним. Следим, чтобы стык у нас был по центру этой детальки. И сшиваем. Так, очень внимательно. Можно прибулавить. Можно наметать. А можно ничего не делать, сразу сшивать. Так, вот здесь, вот смотрите, я между собой эти две детали тоже так прихвачу. И шью дальше. Таким вот образом. Вот. Таким вот образом оно у нас выглядит. Видите, стык довольно эластичный, то есть по подъему он растянется. Так, теперь мы складываем как бы светлая сторона вверху, темная внизу, и будем сшивать. Вот, будем сшивать эти части. Теперь я начинаю так вот, отступив от края немного, для того, чтобы вот эту часть теперь стянуть. Видите, чтобы носочек у нас лучше лег. Вот так вот. И далее сшиваю. Вот, я беру за кромочные и сшиваю до конца. То же самое я делаю с этой стороной. Сшиваем. Так, вот так вот выглядит вся наша конструкция, девчонки. Видите, я стянула везде, во всех четырех концах. Я немного, как бы, вот эти краешки подтянула, чтобы, как я вам показывала, чтобы не было острого угла. Теперь мне остается только обвязать этот носочек. Обвязывать я начинаю контрастной нитью, но сзади, чтобы не было как бы у нас узла на лицевой стороне. Вот. Так. Обвязываю довольно туго, чтобы тут у нас держалось наше все на ноге, чтобы следок держался на ноге. Вот, когда мы подходим к этому стыку, я соединяю двумя полустолбиками. Вот смотрите, чтобы уголок у нас был красивый. И вяжу до конца ряда, ну, вернее, до замыкания этого кольца, круга. Так, довязала я до конца последний столбик. И замыкаю колечко полустолбиком. Еще один полустолбик. Так, теперь обрезаю нить. И продеваю. Все, наши тапочки, слитки готовы. А украсить можете нас по своему усмотрению, можете даже и не украшать. Пусть это будет у нас мужской вариант тапочек. Да, я его так и назову, что эти тапочки прекрасно подойдут для мужчин. Вот такие тапочки у нас теперь в этот раз получились. А я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Подписываемся на канал, ставим лайки. Подписываемся на инстаграмчик. Всем пока-пока!